Сегодня мы поговорим о том, как меняется структура коллагена кожи при избыточном употреблении сахара, с рекомендациями врача-косметолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. И как же меняется структура коллагена кожи при избыточном употреблении сахара? Я наглядно представила вам фото на экране с измененной структурой коллагена и в нормальном состоянии. Избыток сахара вызывает процесс гликирования белков дермы. Процесс гликирования способствует изменению структуры коллагеновых волокон кожи, образуется поперечно сшитый коллаген. Молекулы белка при этом соединяются и прилипают к другим белкам, что приводит к снижению эластичности кожи. В результате кожа становится более дряблой, морщинистой и сухой. Кроме того, гликирование вызывает образование свободных радикалов, активных форм кислорода и делает кожу более уязвимой к повреждениям от ультрафиолетового излучения и сигаретного дыма. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!